Здравствуйте, с вами Сосочка Сосуневская, то есть Лерочка Каменская. Я горжусь вами, что вы посетили самый модный канал YouTube. Сегодня я снимаю видео на очень популярную тему «Что в моей сумочке?». Я продолжаю свои видеоуроки о том, как стать соской. И если вы не видели предыдущее видео, то ссылочку я оставлю где-то здесь. Я, конечно же, не изменяю своему стилю, со мной моя сумочка от Гермес, Биркин. Она очень вместительная, удобная в носке и, самое главное, дорогая. Такими сумочками ходят Ким Кардашьян и Пэрис Хилтон. Для меня настоящее откровение показать содержимое моей сумочки, поэтому, если вам интересно, оставайтесь со мной. Я пользуюсь только люксовой косметикой, у меня ее очень много, я ее ношу с собой. В сумочке лежит несколько косметичек. В этой косметичке от Lancôme я ношу свои губные помады. Здесь тени и палетки. Тут у меня накладные ресницы и тушь. Вот у меня тушь, это Chanel. Тут вот такая щеточка, смотрите, силиконовая. Это моя любимая косметичка, я ее купила в Абу-Даби. Она очень люксовая, это Louis Vuitton, да. Здесь я ношу свои пудры, я пользуюсь только Chanel пудры. У меня заколочки бывают всякие. Я люблю носить в косметичке еще одну косметичку. Я нашла очки, у меня две пары. Такие зеленые, модные, вы их видели уже. И вот такие, это последний тренд, девчонки. Это очки с градиентом, очень модно. Духи, конечно же, Chanel. Это шанс. Девчонки, я устроилась на работу, а сейчас я работаю помощником депутата, поэтому в моей сумочке всегда лежит мой iPad. Здесь у меня расписание моего дня, MacBook для очень важных дел, чтобы делать свою работу. Здесь я записываю самые умные цитаты, но я чуть позже вам о них расскажу. Это такой ежедневник от Hermès тоже, да. Тут вот так все расписано, номер телефона чей-то. Короче, да. Еще, девчонки, у меня всегда с собой кошелек. Я всегда ношу с собой разную купюру, у меня всегда много денег, потому что после работы я всегда заезжаю в пассаж, на Владимирский рынок, на Троещину. iPod и наушники всегда ношу. Здесь у меня закачаны самые популярные альбомы Пэрис Хилтон, Ники Минаж, Леди Гага, Сергей Пастух. Сергей Пастух мой самый любимый исполнитель. Мода, 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 Сейчас на улице зима, поэтому обязательно крем для рук, всегда нужно увлажнять ручки, маникюр, все дела. Девчонки, тема денег не раскрыта, еще одну пачку нашла. В последнее время я заметила, что у бьюти-блогеров очень много кисточек, и это очень популярно. Поэтому я зашла в MAC, купила себе целый набор кистей. Этой кисточкой я рисую себе подвижное веко правого глаза, кисточкой подвижное веко левого глаза. Они очень мягкие. Девчонки, а это новый супер гаджет для тонального крема. Берете капельку тонального крема на ручку, вот его собираете с ручки и по всему лицу шпаклюем, 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 шпаклюем. Этой кисточкой я пользуюсь для хайлайтера, очень удобно выделять носик, ямочку над верхней губой, верхнюю часть скулок. Отличная кисточка, могу всем посоветовать, номер 10. Я решила взяться за ум, пошла в книжный магазин и купила себе вот столько книг. Из этих книг я могу выделить всего две. Курс «Настоящие стервы» и «Богатый папа». Собственно, иду я по магазину и вижу «Богатый папа». Я думаю, это же как раз для меня. Но, девчонки, тут вообще не суть. Я ожидала от этой книги, что это будет пособие для того, как найти богатого папу. А здесь, простите, финансовая грамотность, преимущества корпорации. Но я нашла очень интересную книгу «Курс настоящей стервы». Именно из этой книги я выписываю себе маленькие цитатки о том, как нужно жить. Versace. Под этой маркой выпускается элитная одежда. То есть, если вы не знаете, что это такое, вы можете полистать, и здесь все написано. В этой книге написано, что настоящая стерва не должна носить очки дешевле $100. Главный аксессуар стервы – это дорогая сумка.
Всегда в моей сумке можно найти триксик. С этого и началась моя карьера блогера. Здравствуйте, я Лерочка Каменская, и это мой первый влог. И если вам интересно, оставайтесь со мной. Я вернулась из магазина Фора и купила там 5 вкусненьких твиксов. Это не просто шоколадный батончик, это 2 палки наслаждения. Мне очень часто задают вопрос: Лера, как ты держишь себя в такой хорошей форме? Девчонки, конечно же, спорт и бассейн. Я каждый день хожу в бассейн и ношу с собой своего дельфина. Чтобы отрастить длинные и красивые волосы, я ношу с собой в сумке всегда деревянную расчесочку. Такое расчесывание очень полезно для волос. Я не знаю, куда я могу полететь завтра, я всегда с собой в сумочке ношу загранпаспорт. И, конечно же, в моей сумочке всегда лежит мой iPhone. Он у меня в таком дорогом чехле. Это стразы Сваровски. Поскольку очень часто я в командировках, я всегда с собой ношу зубную щетку. Все, кто вдохновился моим видео, дуем губки и помечаем свои фотки хэштегом соска стайл.